Ну что, у нас сегодня крайне необычный, как вы видите, да? Крайне необычный выпуск. Обычно в шоу «Факты» мы приглашаем комиков всяких разных. Угу. Люди приходят к нам отшучиваться вместо того, чтобы отгадывать. Но сегодня у нас уникальный случай. Сегодня, во-первых, четверо пришло. Это раз, да. Да, во-вторых, они не только комики. Обычно... Интересно, обычно сколько народу? Обычно трое у нас тут. Обычно трое, да. Вот, но сегодня... Да, у нас, собственно говоря, группа кино. Ребята, вы заметили вообще? Легенды, легенды! Да. У нас вообще еще одна уникальность сегодняшнего нашего мотора в том, что у нас люди из комментариев пришли к нам впервые. Подписчики, так сказать. Да, нам всегда пишут, пригласите подписчиков. Вот, по сути, формально, мы сейчас объясним, почему так произошло, но это вот история из комментариев к нашему шоу. В прошлом году у нас был выпуск на букву «С». Ну, естественно, там... Кто у нас был персонаж, Саш, как ты думаешь? Ну, да. Церетели. Церетели, да. Так вот, и у нас был факт про песню «Малыш» группы «Кино». И мы спрашивали... у наших гостей. Знаете ли вы, кому посвящена эта песня? Да. Да. Вот. Ну, мы нарыли такой факт. Оказывается, что по воспоминаниям самих участников, песня эта посвящена Сергею Пенкину. Это правда, кстати говоря? Да, вот это вот у него вот спросить. Вот сейчас факт-чек устроим сразу, да. Да. Правда. Мы встретились на гастролях, и он произвел неизгладимое впечатление. Я не сомневаюсь. Конечно. Так вот, когда вышел выпуск в интернете, значит, нам стали писать комментарии. Вдруг один из комментариев приходит со специального аккаунта группы «Кино». Да, говорит, ребята, классно, вот, действительно так, здорово. И что-то так у нас завязалась переписка. Я не знаю, кто из вас писал. Угадай. Мне кажется, Александр, вот он, потому что самый спокойный. Самый спокойный. А как обычно самый спокойный, он самый буйный в сети. Вау. Тебя раскусили. Я буйный в хмелю, я не в сети. Я подозреваю, что мы общались с менеджером группы, да? Возможно, да. Возможно. И... А гендер удалось установить? Гендер? Да, удалось. Ну, так понимаю, это Наташа, да? Небезызвестная вам. Небезызвестная Наташа. Да, и, собственно, она говорит, а хотите, ребята, к вам придут? Говорит, ну, неужели это возможно? То есть, ну, конечно, да, таких предложений отказываются. Честно говоря, ну, как я фанат группы «Кино» лет, наверное, с 7 или с 8. Вот. Я никогда не ожидал, что мы окажемся вот так вот здесь вместе. Ребята, вам спасибо огромное, что вы пришли. Это просто для нас очень круто. Спасибо, что позвали. Да. А ты расскажи еще про комментарий, который там был. А, ну, естественно, интересный. Да, пошли комментарии. Значит, большинство, значит, наших подписчиков не согласилось с версией о том, что это как-то Сергею Пенкину посвящено. И один из комментариев звучал так. Ребята, куда вообще беретесь вообще что-то обсуждать? Вам до кино, как в одной позе, до Луны. Это написал, как я сейчас помню, подписчик с ником Агент Баширов. Вот я сейчас обращаюсь к нему. Агент Баширов, привет с Луны! Ну что, начнем, поиграем? Поехали. Поехали. Ведущие играют друг против друга. У каждого ведущего по набору персонажей. Гости голосуют, чей персонаж им понравился больше. Выигрывает тот, чьи персонажи показались гостям интереснее. Поскольку у нас сегодня группа «Кино», то и вопросы у нас, мы решили, будут про музыку. Это же вам близко, это, да? Это логично, да, да. Ну так, чуть-чуть. Было бы странно, если про металлургию. Ну и давайте так. Мой первый персонаж. Что это за группа? Это группа «Жуки». «Жуки», да. Группа «Жуки». «Жуки-ударники». Ну, да, да, да. «Жуки-ударники». Ну, всем видно. Группа «Битлз». Обычно мы вначале что-то говорим, рассказываем, что за группа и так далее. Тут наверное, зачем, кажется, да? не имеет смысла. Это вторая моя любимая группа после «Кино», правда. Ну, такая малоизвестная, да. Да, да. Культовая. Ну, это правда так. Я слушал сначала «Кино», а потом уже стал слушать «Битлз». Но не перестал слушать «Кино» при этом, что важно. Да. Давайте сразу вопрос. Да. Попробуем отгадать. В 1965 году на гребне успеха «Ливерпульской четверки» в Великобритании вышел альбом «Лучшее из Битлз», куда вошли такие песни, как «I Need Your Loving», «Just Wait and See», «Casting My Spell», «Keys to My Heart», «Why Did You Leave Me, Baby», «Some Other Guy», «She's All Right». Как вы понимаете, в этой списке нет ни одной песни Битлз. Тем не менее,
никакого обмана в названии альбома не было. Вот вопрос, почему же в альбоме «Лучшие из Битлз» не было ни одной песни «Битлз»? Я не знаю. Это официальный был альбом? Официальный, абсолютно, да. Может быть, это была шутка? Ну, или трибьют какой-нибудь, нет? Кому-нибудь. Ну, трибьют же это обычно, я правильно понимаю, как трибьют это когда кто-то другой играет ваши песни, например? Ну, вот кто-то другой, они играли чьи-то песни. Чужие песни. Ну, да. Могли. А я представил себе злобного редактора, который не любит Битлз, и поэтому решил, что лучшие из Битлз — это не песни Битлз. Да, типа... Кстати, да, хорошая мысль. Ну да, их, кстати, было же модно и не любить тоже одно время. Конечно. Когда они были там... Ну, после этого... Они были волосатые. Ситуация с Христом. Да-да-да. Когда Джон Леннон заявил, что Битлз популярнее, чем Иисус Христос. Да. И была волна хейта, так сказать, ну, прошла. Сейчас обоих нет, к сожалению. Слушай, я еще читал в книге, так, кстати, про группу «Кино», по-моему, о том, что была в 80-е очень популярная грузинская группа, пела песни «Битлз». «Блиц». «Блиц», да. Да, я был на концерте. Совершенно верно, да. Mm-hmm. И там вот было написано в книге, что ребята ходили на концерт, бесплатно причем. Да. И когда им кто-то пригласил их на концерт, они сказали... Грузины — это интересно. Не, я к тому, что, может быть, это грузины выпустили вот такой альбом. Это их лучшие песни. Все сходятся, да. Да, и они немножко просто в тексте плавали, поэтому... Ну, нет, нет, это были британцы. Да. А знаете, что вам может помочь? Если вы вспомните, как по-английски... Вот я знаю, что, по-моему, Александр живет в Лондоне. Наверняка знает английский по этому поводу. Ну, да. Это вот как будет лучше из «Битлз» название альбома по-английски? «Best of». «Best of the Beatles», да. Ага. И как нам это поможет? Как вам поможет? Подумайте, да. В этом названии все есть. В этом названии все есть. Если вы вспомните состав группы «Битлз», да, ну, все помнят канонический состав. Но он был всего один... Нет, по-моему, барабанщика поменяли в какой-то момент. «Бест»-то поменяли, да? Да. «Бит Бест». Так, и... Саша разгадал, да, эту тайну, что это были лучшие песни барабанщика «Битлз». Песни барабанщика «Битлз». Да, то есть это... Трудности перевода. Это был альбом... Чей? «Бита Беста», да? «Бита Беста», конечно, да. Аплодисменты, я... Вот, видите, это не сложно все. Первым барабанщиком группы «Битлз» был Пит Бест. После увольнения из группы он делал несколько попыток собрать группу с другими музыкантами. В 65-м году выпустил альбом «Best of the Beatles». Это название, понятно, можно понять двояко. Конечно. Как Пит Бест из группы «Битлз». Или «Лучшие из Битлз». Второе толкование заставляло некоторых посетителей магазинов покупать альбом, не разобравшись, кто на самом деле исполнитель. Но коммерческого успеха он все равно не имел. Вот так вот. Класс, отгадали. Здорово. Вот же хитрый жук, да? Да, да, подхлестнул продажи своей фамилии. Буквально жук оказался. Да. Так, Люх, ну кто у тебя? Да, я издалека зайду. Я вот неспроста сегодня так оделся. Так. Неспроста. Как ты так оделся? Ну, вот такой вот расцветочки. Так. Это ответ. Ответный такой привет в 80-е. Дело в том, что у меня в детстве у брата, у старшего, было много пластинок, и одна из них была альбом «Аквариума», «Равноденствие», по-моему. И там на обратной стороне Александр входил в состав группы «Аквариум» тогда. Вот. И там на обратной стороне фотография группы где-то в лесу в каком-то. И Александр там стоит в шикарном узбекском халате вот такой же точно расцветки. Не совсем. Ну, тоже там что-то вот, может быть, желтое еще добавлено было. И, кстати, там кто-то еще из музыкантов был такой. Он был и есть гораздо ярче. Он, в общем, такой сине-зеленого цвета. Ну да. Короче, просто пластинка все время стояла этой стороной, и, ну, я сильно запомнил этот образ. И у меня вопрос, почему узбекские костюмы у советских рок-музыкантов? Абсолютно пьяная выходка. Мы зашли в магазин «Узбекистан» в Москве, на улице, то, что там, Калининский проспект, или как это он назывался. Ну, в общем, был такой магазин тогда, в 80-х. Угу. Мы зашли туда, в подпитии с Дюшей Романовым, мы купили по халату себе. Вот, и, собственно, носили их какое-то время. Потом это стало совсем тяжело. А как вообще вот в то время, 80-е, когда, собственно, ну, изобилия товаров нет в Советском Союзе, людям-то простым понятно, что-то одно надел и ходишь всю жизнь. Да. А как что? Рок-музыкантам? Вам потом отдаешь было... сыну, да, еще. Да, вам же нужно было в чем-то выступать. Вот как эти костюмы? Откуда они вообще брались? Кто в чем?
То есть, ну, то есть просто придумывали сами. Конечно. Знаешь, что... Ну, кто за вас еще придумает что? Да. Нам привозили, наши любимые друзья привозили нам в подарок что-нибудь. То тапки, то шапки. Ну, вот Джоанна Стенгрей, да? Да. Я на выставке кино видел письмо Виктора Джоанне Стенгрей, и он писал ей, среди прочего, привези мне, пожалуйста, белые кожаные кроссовки. Ну, то есть, да, от рок-звезды, это смешно, конечно, читать такое. Ничего удивительного. Так, да, я просто хотел тоже вопрос задать по поводу одной группы, которая прославилась своим внешним обликом, который костюмам уделяли очень много значения. Это группа KISS, все мы ее знаем, тоже, наверное, рассказывать не надо, что это за группа. Значит, они сильно заморачивались по поводу внешнего, по поводу мерчендайзинга, одни из первых, кто вообще всем этим занялся. И они, значит, за время своего существования активно сотрудничали со всякими крупными издательствами, которые выпускали комиксы. И вот первый такой знаменитый комикс про них издательство Marvel вообще был. Да ладно? Да. Честно? Marvel. У них с Marvel был контракт. Поднялись. Да, в 77-м году вышла серия Marvel Comics Super Special KISS. Так это прототип всех Мстителей, да? Да. Но они выглядят так. Сути дела. Вот, разобрались. Спайдермены. Это вообще очень ушло, ребята. Ну вот, в общем, короче, придумали про них комикс Marvel. И для раскрутки использовали, договорились с ними кое-что у них взять и вот использовать это для раскрутки этой серии комиксов. Вот как вы думаете, что же они взяли у группы KISS и как это использовалось для раскрутки? То есть какой-то элемент их одежды? Или... Ну вот не буду, это уже будет сильно большая подсказка. Вот да? Подумайте, да, что у этих ребят вообще можно взять. Мейкап? А как использовать в комиксах? Гольфик. Да, все эти звезды на лице и прочее. Но... В комиксах прям используется? Не, это образ, понятно. А это прям вот технически использовалось в комиксах. Вот покупаешь комиксы, и там что-то от KISS. И там что-то от KISS. Прямо вот конкретно от этих четырех людей. Волосы, ногти. Но это как бы это ни было смешно, направление правильное. Серьезно? Да. Следы помады. Я, кажется, вспомнил, кстати. Они вмешали в краску какие-то то ли кровь, то ли сперму, то ли что-то такое. Совершенно верно. Давайте на крови остановимся. Чтобы привлечь интерес читателей и сделать тираж уникальным, участники группы сдали кровь, которую затем смешали с красными чернилами в типографию. У нас где-то картинка есть, как это выглядела эта серия комиксов. Вот так? Да. То есть они... Это вот они сдают кровь? Ага. Круто. Непосредственно. Почетный донор комиксов, прикинь, у них такой. Да. Такой у них. Я говорю, они очень ушлые ребята, я знаю про них. Знаешь, что они? Они же... Это вот, извини, это вот как раз обложка, и там написано, что... С кровью KISS. Да. Они же очень ушлые ребята, вообще не зарабатывали на всем, чем угодно. Вообще, вот все, что, на чем можно зарабатывать. Знаешь, что они, угадай, хотели запатентовать, чтобы приносило им бабки? Запатентовать вот этот вот жест козу. То есть все, кто будет делать козу, должны им платить. Прикинь? Молодцы. Почти получилось у них, почти. А вы знаете, что у них среди мерча был, например, фирменный гроб? Можно купить гроб KISS, чтобы тебя в нем похоронили. А, да? Круто. Очень такой же, примерно в таком же дизайне, очень красочный. Класс. Ну, кстати, я купил себе гроб KISS. Я же в нем сплю. Просто надо в Лондоне на распродаже. Ладно, я могу не продолжить. Это интересно. Отличный панч. Нет, Джин Симмонс, он играл просто на Гибсон Грабе. И, собственно, он меня подвиг на то, чтобы я в свое время купил Гибсон Грабер. Да. Именно. Я очень фанател по ним и тоже купил себе Ibanez Iceman, как у Пола Стэнли. Да. Офигеть. Очень полезные ребята, оказались. Да. Проголосуем. Beatles против KISS. Да. Ну, против крови не попрёт. За KISS, конечно. Прикинь. Это интересный, но KISS просто моя любимая группа была очень долго. Кайф. Угу. Ну, вот такая неожиданная победа. Сложно было предсказать такое. Что ж делать, да. Давай, 1-0. 1-0, ты повел. Я слышал байку, что Игорь, будучи где-то в рок-клубе на каком-то выступлении, играл на бревне. Да. И причем в прямом смысле слова. Не то, что это я называю сейчас так советскую гитару. История с бревном появилась в результате того, то у группы «Джунгли», в которой я играл, украли все музыкальные инструменты.
А как это произошло? Как? Ну как, забрались на репетиционную базу и украли. Там они стояли, ну, в общем, да? Да. Оказавшись без инструментов, а желание играть музыку, оно осталось. Да, не должно. Отсутствие инструментов не должно останавливать настоящего музыканта. Именно так, да. В общем, мы подбирали себе, кто во что гораздо. Я, поскольку в это время работал в учебном театре, в столярке нашел отличное бревно, небольшое. Сострогал Буратино. Да-да-да, дальше история совпадает. Да, кстати, вот прямо история-то, кстати, с этим бревном и пришла. Ну, в общем, оно использовалось в качестве клавиши, как в маримбафоне, вот клавиши. Также на нем можно было извлекать звуки с помощью литавровых палочек. Разные звуки в этом бревне присутствовали. Вот когда Илюх сказал «угу» после слова «маримбафон», ты... Ну, я задумал. Ну, да. Маримба. Я помню, такой был на телефоне Nokia, такая мелодия. Это вот... Я представляю, как это звучит. А можно мне потом пояснить, что это такое маримбафон? Маримбафон. Коротко ее называют маримба. Это клавишный инструмент, в котором используются дощечки в качестве... звучащих. Типа ксилофона, что ли? Да. Типа ксилофона. У ксилофона короткий, высокий, звонкий звук, у маримбы глубокий, такой приятный, теплый, ну, вкусный звук деревянный. Вкусный деревянный звук. Вкусный деревянный звук. В карибской музыке. Да. Вот. И, ну, собственно, с бревном, да, бревно фактически вышло на уровень буратинизации, мне кажется, в результате такого интересного одной истории, которая произошла, кстати... А, когда Борис Борисович... Когда Борис Борисович с Сергеем Курехиным... На поп-механике. На поп-механике. Сергеем Анатольевичем. С Сергеем Анатольевичем, да. На поп-механике решили устроить... вставочку, да, и выпросили это бревно, нашли где-то пилу двуручную и решили во время концерта распилить его. В общем, я согласился, конечно, для таких звезд ничего не жалко. Лучше же два маримбафона, чем один. Конечно, конечно, именно так. Это первый распил был в Ленинграде. Ну, собственно, едва начавшись этот перформанс, неожиданно окончился, потому что не помню, кто конкретно, Борис Борисович или Сергей Анатольевич, отпилил себе кусок пальца вместо бревна, и оно покрылось кровью священной. Да. И сказала: «Папа!» Да-да-да, мне кажется, что... Такие же буратинизация, да, буратинизация. Ничего себе, у нас кровавая какая-то. Конечно, конечно, это бревно. Кровавая. Кейс, опять же, Борис Борисович, ну просто, да. Вообще, мне не оттуда ли потом Африка Бугаев появился? Я слышал, что где-то... Ну, давай вопрос. Вопрос про инструмент. Он будет касаться вот этой группы. Знаменитая. Тоже не надо пояснять. Это Абба. Абба. Дело в том, что в 2013 году в Стокгольме был открыт их музей, который быстро стал одной из главных достопримечательностей города. Вот. И в этом музее есть очень интересный экспонат. Механическое пианино, которое в определенные моменты может заиграть само по себе. Вот вопрос такой, почему и в какие моменты этот инструмент вдруг сам по себе начинает играть? Программинг. Так. Но на что реагирует? На сырость. Только уровень повышается. Да, сырости раз, и она начинает играть. Типа. И все в курсе, что здесь... А какую она мелодию начинает играть? Из Аббы что-то? Ну, скорее всего, да. Скорее всего. Но может, кстати, может быть и не только из Аббы. А может сыграть... Все, что хочешь. Да. И это, кстати, путь к правильному ответу. А AC/DC может сыграть? Может, может. По идее. Хоть что может. AC/DC на пианино очень красиво звучит, я уверен. Да. Да, да, я слышал. Пам, пам, пам. Ну, сейчас же, да, 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 они неплохо это сделали. Ну, так что, какие мысли? Почему может само по себе заиграть пианино вдруг? Ну, так, а мы отмели метеочувствительность или нет? Отмели. Версия красивая, но не точная. А я, кстати, обратил внимание,
на наших просторах появилась группа «Бабба». «Бабба»? Да. Серьезно? Это кавер-группа? Она играет песни «Аббы»? Нет, просто свой материал. Свою пианино. Дэс-метал. Одна женщина и просто... И один мужчина. «Бабба». То есть пол-аббы. Что, не металл играл, да? Нет, нет. Ну так, ну, послушай. Ну, надо. Обязательно послушаем. Пишите нам в комментариях, что играет группа «Бабба». Да. Так, есть у нас поклонники, да. О, сразу интересно. Найдутся. Так, ну что, значит, музей. Музей. Стоит пианино. Стоит пианино. Ходят люди. Может быть, знаешь, когда... Я знаю, зачем. Знаешь, что это музей бабушка, которая сидит всегда, знаешь, она только начинает засыпать, и раз, чтобы не это... Да-да. Все. То есть кто-то следит за бабушкой. Ну, за бабушкой, конечно, да. Нет? Ну, не близко. Классно, это очень круто. Ну, неправильно. Нет, а что там вообще в музее Аббы может быть? Ну, костюмы их там, вот такое. Я был там. Ну, такой небольшой музей в нескольких комнатах. Костюмы какие-то. В основном костюмы, кстати. У Аббы много песен, посвященных тому всему. Может быть, когда что-то такое происходит. Там Happy New Year. А, то есть много выбирают. Да. Или еще что-нибудь вот такое. Вот. Или день битвы при Ватерло. Да, да, и тогда, конечно же, Dancing Queen, да? Да. Когда королева. Когда шведы выигрывают футбол. Когда приходит испанский турист по имени Фернандо. Кстати. Мы не близки. Не близки? Ну дай нам наводящий. Но была мысль правильно, что это какая-то некая связь с чем-то есть. То есть это пианино с чем-то связано. Оно технически связано. Технически связано. Когда биткоин вырос. Как связано веревкой? Ну, вот как-то... Каким-то, то есть кто-то что-то задевает, он начинает играть? Нет, я думаю, что это более тонкая какая-то... Тонкая электрическая, да, материя. Ага. Может, кто-то прикасается к чему-то? Кто-то к чему-то прикасается. Или думает о чем-то. А, в смысле, не трогать руками? Типа сигнализации, знаешь? Ну, то есть ты хочешь взять, например... Хочешь сыграть, а она играет сам. Тоже классная мысль, но не... Когда кто-нибудь начинает танцевать. Зачем, правда, в музее танцевать, не знаю. Ну, не, а почему именно в музее? И почему именно пьяный танцевать? Не ходил в музей, Илюх? Ну, давай. Чаще всего так и называть. Сколько я в Третьяковке танцевал. То есть кто-то что-то трогает не в музее, а где-то еще. Кто-то где-то что-то делает. Подсказки так себе, Илюхи, да? То есть? Так, слушай, ну дальше это будет уже правильный ответ. Когда в последний день осени солнечный луч. Кто-то где-то что-то делает. Пианино с чем-то соединено. То есть кто-то где-то что-то делает, и оно начинает играть. Ну, что-то на ум еще приличного. Можно неприличное. Посмотри, это где? Давай, где делает? Может, ты подскажешь, где? Может быть, кто-нибудь из этих ребят, которые из Аббы, что-нибудь делает у себя дома? Да? Да, вот да. Неприличная версия стала правильной. То есть... Подожди секунду. Только в нужник зайти. Да. Нет, та-дам. Ну, можно сказать, что это правильный ответ, потому что... Слушай, в туалет идет кто-то? Да нет, ну не настолько. То есть, если инструмент внезапно заиграл, это означает, что композитор группы Бенни Андерсон сел за свой домашний рояль, который подключен к музейному пианино. И вот так же. Да. Потому... Респект. Потому AC/DC и, пожалуйста, что угодно, что там вот... Но мы не знаем, где этот рояль. Не знаем. Так что, может быть, версия была абсолютно правильная. Да, кстати, да-да-да. Уже много роялей по квартире. Он говорит, где бы не сел, чтобы рояль был, понимаешь? Да. Ну, классный факт, классный факт. Там, кстати, в этом музее еще есть прикольный экспонат. Стоит телефон, и если он зазвонил, то любой из посетителей может взять трубку, и там кто-то будет из группы Абба на другом конце провода. То есть с ними есть какой-то договор, чтобы они в свободное время иногда звонили в музей и разговаривали с поклонниками. Ничего себе. У них есть свободное время. Ну, как, судя по всему, они же давно не выступают. Ну, какая да. Самоотверженность. Что еще делать, правильно? Чем вы занимаетесь? Ну, мы звоним в музей. Ну, хорошо. И готовим альбом. Итак, вот у меня еще одна группа. Узнаете вы ее? Да, Том Йорк. Да. Radiohead. Да, именно оно. Самые молодые они еще, да, судя по всему, или нет? Ну, да. Сравнительно. Судя по прическе. Это, ну, как ты думаешь? Это времена... Выглядит лучше, чем мы с тобой. Времена Пабло Хани первого альбома. Наверняка. Наверняка. Середина 90-х.
Вот, кстати, и будет сейчас вопрос у меня. Значит, дебютный сингл «Creep» группы Radiohead вышел в 92-м году и первое время оставался незамеченным, однако хитом стал после выхода альбома «Pablo Honey», как раз в 93-м году. Альбом «The Bands» 95-го года сделал Radiohead популярными в Великобритании, а третий альбом «OK Computer» в 97-м вышел и, собственно, принес Radiohead уже мировую известность, считается одним из наиболее значимых рок-альбомов 90-х годов. Mm-hmm. Как известно, после этого альбома Том Йорк переживал творческий спад. Он объяснял свое состояние тем, что его музыка стала своего рода частью постоянного фонового шума, который он назвал жужжанием холодильника. То есть вот кризис был у человека. Он также говорил, что стал еще более разочаровываться в мифологии рок-музыки, чувствуя при этом, что сам жанр изжил себя. Исходя из этих своих утверждений, Йорк начал слушать исключительно электронную музыку. И в 2000 году Radiohead представили новый альбом, который назывался Key Day. Что интересно, написать этот альбом, и, собственно, наверное, выйти из этой депрессии, Тому Йорку помогли две вещи. Вот сейчас нам их вынесут сюда. Шляпа и ножницы. Так вот, каким образом Том Йорк написал альбом с помощью шляпы и ножниц? Написал альбом? Да. Но после «Бревна» это на самом деле уже ничего особенного. А это, конечно. Это уже ерунда. Вот вы при записи альбомов использовали какие-то необычные же инструменты? Явно? Явно. Ну вот как вы думаете, как можно написать альбом при помощи ножниц и шляпы? А, может быть, это какое-нибудь взбадривание, да, такое? Ножницы. Чуть-чуть себя где-то подрезаешь, да? Ножницами. Взбадривать себя ножницами? Не, ну можно угрожать звукооператору, например. Да. Шляпой? Ну, шляпой. Сейчас я тебя порежу, делай гитару погромче. А может, это... Да. Маленького очень размера, заметьте. Но это не та самая шляпа, я думаю. Не то майор. Это бутафория. Ты к чему это? Маленькая голова. Да-да, я как раз об этом. Может, это какая-то метафора? Мол, если альбом будет хороший, то будем стричь купоны. Стричь шляпа. А если нет, то шляпа. То шляпа, да. Я не думаю, что это дело в стрижке купонов, скорее всего. Нет, да. Он использовался, конечно, практически плоскости, скажем так. Не просто смотрел на это. Вот, и как-то это использовал. Он надевал шляпу и вырезал коллажи. Прическа другая, да, у него на том альбоме? Да, конечно. Постригся и одел шляпу. Смена имиджа. Кстати, может, имидж сменил. Сменил имидж. И сразу все пошло, да? Стрижку под горшок. Музыкой, да? Ну, кстати, не совсем электронно-музыкальная шляпа. Вообще она какая-то. Да, да, обычно, мне кажется, электронщики не так выглядят, да? Ну, там капюшон, темные очки. Вот альбом, там действительно есть музыкальная составляющая, а есть какая еще? Ну, текст. Так. Обложка. А, коллаж сделать для обложки. Кидай, я пытаюсь представить просто обложку себе вспомнить. Там действительно там какой-то коллаж. Шляпы там не было, да, на обложке. Шляпы там не было, но коллаж присутствовал какой-то, по-моему, в обложке, в дизайне обложки. Шляпу еще, кстати, деньги бросают, когда на улицах играют музыканты. Вообще ненавижу шляпу. Это такая странная традиция. Вообще, да? Хорошо, что пришел, не в шляпе. Но он действительно ее не носил, конечно. Он ее не надевал ни на что, ни на кого. Окей, обложка. А что еще вам для написания альбома нужно? Ну, вот музыка, обложка, а еще? Ну, текст, может, сказать. Тексты, так, хорошо. Как с помощью этого написать текст? Так. Ну, типа, можно текст написать слова на бумажках. Можно написать на бумажках, потом в случайном вытаскивать по фразе случайно. Класс. Конечно. С помощью техники CutUp Том Йорк писал тексты для альбома Radiohead. Да. Он клал написанные на бумаге отдельные строки в шляпу, доставая их в случайном порядке и составляя таким образом текст. Оказывается, французский поэт-дадаист Тристан Цара изобрел этот метод нарезок. Да, когда текст нарезается ножницами, соответственно, да. Эта техника была популяризована писателем-битником Уильямом Берроузом, написавшим с ее помощью несколько романов. Хотя, в отличие от дадаистов, Берроуз склеивал куски в новый текст все-таки не в произвольном порядке, а более осмысленно. Так, ну а вы не использовали в своих текстах? Никто из вас никогда подобный метод? Не доводилось. Саш, ты не используешь? Как ну, вот? Я ничего, конечно, не пишу уже на бумажке. Я пишу в телефон, и там же все и клею. Ага. Да, так что такой красивой легенды не получится. Не получится, да? А вот я вообще писать руками разучился. Ага. Ногами сейчас больше. Больше, чем подпись, не могу. Ну и правильно, зачем? Да, а зачем? Ну что, голосуем тогда, да. Получается. Абба против Radiohead. Да? Я за Radiohead. А я за Аббу.
Да. Мне нравится очень идея с телефоном. Да, мне тоже понравилось. Да, вопрос-то был не про это, а про рояль. Ну. Но все равно, за Радиохэд это было сложнее, как будто все напряженно молчали, это было интересно. Напишут, что шито рокер за Абу, да? Давайте то есть не поймут. Не поймут. Почему Абу классный? Ну что, у нас разделились голоса или нет? 2-2 получилось. Ну, в этом раунде 2-2. Соответственно, у нас счет не изменился. Ничья. Я пока... Да, кто? Ты пока выиграл. Да. Значит, тоже такая байка, которую я где-то вычитал, о том, что Борис Борисович впервые услышал рок-н-ролл и, собственно, вдохновился сильно им после этого, когда увидел по телевидению советскому выступление советских же фигуристов, которые использовали в своей программе какую-то рок-н-ролльную композицию западную. Да? Советские фигуристы? Да. Круто. И он начал после этого, собственно... заниматься рок-н-роллом. Странно, что не фигурным катанием, да, кстати. На распутье стоял в тот момент. Но это байка, то есть никакого подтверждения нет. Может быть, это и не так на самом деле. Я просто хотел спросить у наших сегодняшних гостей. Может быть, есть какие-то вот триггеры, которые вас вот зацепили? Почему именно рок? С чего вы начали, да? Почему вот вас так это... Было ли, что в какой-то момент вштырило от чего-то и понеслось? Или это все плавно как-то? Конечно. Вот у меня бременские музыканты произвели на меня впечатление. Сама книга, да? Нет, мультик. Книга сама собой. Конечно же, мультик. Такие формы гитар такие. Формы гитар, такая одежда прекрасная. А музыка, ну, я достаточно уже так понимал, что музыка существует хорошая и плохая. И это хорошая музыка, действительно, по-настоящему. Ну да. Я тоже в детстве слушал. А я первую слышал песню, это была... Sunday Afternoon. Это песня группы Kinks. Крутая группа. Waiting on a Sunday Afternoon. А где? И все, да? Где вы ее услышали? На магнитофоне у одного приятеля, у которого мама работала официанткой в ресторане. А, вот так вот. Тогда Советский Союз официанты... Мне было лет 7. Вот они, проводники качественной музыки. Да, проводники сферы обслуживания, да. У них все было, да. Ну, тогда собирали по крупицам вообще, честно говоря, потому что все было фрагментарно. Можно было случайно там уловить где-то на радио «Свободе» обрывок какой-то мелодии или что-то такое. Все же глушилось. Ну, конечно. А так. Тут Игорь вспомнил про бременские музыканты. А помните еще, что в «Ну, погоди» была отсылка к «Рамонс», когда там собаки поют. У папа была собака, вот эта вот. Это же Рамонс. Ну, а, выглядят они так же, чёлки вот эти. А «Волк и семеро козлят» на «Новый лад», наш кукольный мультик, там же вообще это «Иисус Христос, суперзвезда», только там в другой тональности, что-то так, типа того. Да. Там прям впрямую, да. То есть получается, что практически всех, да, что-то западное вдохновило, да, и понеслась карьера. Но, что интересно, на Западе тоже есть музыканты, на которых влияло кое-что советское. Вот, в частности, вот этот музыкант. Я веду, влияла советская стоматология, это мешает. А, это тот самый Литл Ричард. Литл Ричард, совершенно верно. Да ладно. Это Литл Ричард? Да. Одна из наиболее влиятельных фигур мировой поп-культуры. Его называли новатором, создателем и отцом рока за эмоциональную вокализацию и ритмичную музыку, которая сыграла ключевую роль в формировании не только рок-н-ролла, но и таких жанров, как соул, фанк и других. Им вдохновлялись и Элвис, и Битлз, и так далее. Так вот, в 1957 году Литл Ричард на пике славы решил вдруг стать священником и на несколько лет прекратил музыкальную карьеру. Причем этому решению поспособствовал СССР. Вот как вы думаете, как Союз заставил певца Литл Ричарда стать священником? Священником? Да. А надолго он стал священником? А он потом побыл-побыл и обратно вернулся. Я знаю еще одного такого же у нас. Ой, я тоже знаю. Кэт Стивенс тоже принял ислам в какой-то момент. А он не бывал в Советском Союзе, да? Нет, я думаю, что нет. Ну, по крайней мере, на тот момент точно нет. Может, это очень простое, может, он просто... Ну, услышал речь Брежнева, да? Да, и такой, господи! Как-то само собой. Это в каком году было? Давай. 57-й год. 57-й год. Да. Это же до Брежнева. Нет, это был Хрущев. Это какой-то... И, кстати, это 20... тропинка уже к правильному ответу. А, это вот ботинок, съезд. Вот эта история, что ли, каким-то... Не, он же выступал в ООН, Хрущев, тогда. Да, но ботинок — это же байка.
Это же не было этого. Не снимал, ну да, ну да. Как бы известная байка. Но с Хрущевым это косвенно связано. То есть надо просто вспомнить, чем тогда Хрущев активно Хрущев, занимался. Кукуруза. Ботина, кукуруза. Кукуруза. Давай сейчас про кукурузу поговорим. Да, да? Так, да, что? Да, да. Так, что, как кукуруза? Есть, связано, как кукуруза может привести к Богу? Советский Союз, Лена Валерьевна. Что это за извилистая тропа? Даже не знаю. Ну, вряд ли бы Кит Ричардс, увидев кукурузу, захотел стать священником. Согласен. Литл Ричард. Литл Ричард, да. Кит Ричард мог как раз. Да, этот мог. Он, скорее всего, так ислам и принял. Да, да. Ну, нет, имеется в виду не конкретно он, а что вообще в Союзе тогда, на чем акцент был? Чем тогда занимались активно? Космосом. Совершенно верно. Да. Так, а это уже очень близко. Да, это первые спутники, Белка, Стрелка. Гагарин сказал, что не видел Бога, и это поразило его, и он... Вот как не видел? Я докажу, что он... Сейчас, да. Сейчас посмотрим. Ну, это, да, это прикольная версия, но нет. Не туда ходил, ты в ракету ходил, а надо в церковь было. Ну вот, Александр, про спутники тут что-то. Да-да-да. Спутник, ну, Белка, Стрелка, помните, это все 57-й год. Вот эта штучка... Ну, мы-то нет, да. Первый спутник, да, который... Ну хорошо, спутник полетел. Да. А-а-а. Литл Ричард в Австралии на пике популярности выступает. Выступает. Летит спутник. Летит спутник. Господи Иисусе. Ну, по сути, это и есть правильный ответ. То есть как, он такой... Он видит этот спутник. Так. А как он его увидел? Он же там, его же не видно. Так в том-то и дело, что это был единственный человек, который увидел спутник невооруженным взглядом, да, или как? Да, нано-взгляд. Он же Литл Ричард. Литл. Очень маленький. Спутник а же. Взгляд у него очень пронзительный. Спутники же видны по ночам. Спутники по ночам видны. Ну, так. Большие, а тот маленький был, мне кажется. Ну, так и Ричард был маленький. Да. Ну, по сути, уже все сказали, все составляющие для правильного ответа. Его так поразило, что летел спутник, что он подумал, что это... Да, он во время сиднейского концерта на стадионе пролетел метеор. Литл Ричард воспринял это как знак и решил стать священником. Позже выяснилось, что метеором был один из элементов носителя первого искусственного спутника, запущенного в СССР. Он падал в океан и светился. А для него это знамением стало. Круто. Прикинь, прикинь. Это типа Лозы нашего, да? Вот так. Да. Спутник, вау! Ну, вот так, такой вот вопрос. Ну, классно, давай, классный вопрос. Да, опять взяли. А потом он разобрался, соответственно, и опять обратно... Да, потом, видимо, Гагарин уже... Когда Гагарин. Я не видел Бога. Ну, ладно. Назад в рок-н-ролл. Окей. Ну, хорошо. А, кто у меня, да, против Литл Ричарда? Это Мьюз. Это ребята, да. Это ребята. Ребята, пацаны. Это были мальчишки, а это вот ребята. Мьюз, да. Мьюз. Тоже британцы. Образованные в 94 году в городе Тинмут, графство Девон. Группа состоит из трех участников. Мэтью Беллами, Криса Уолмстелнхолма, никогда не мог произнести эту фамилию сразу, и Доминика Ховарда. Мьюз называют королями меланхоличного альтернативного рока. За коллективом прочно закрепился статус одного из главных стадионных коллективов в мире. Значит, вопрос такой. В 2010 году группу Мьюз пригласили выступать на итальянском телевидении с песней «Uprising». Да, с недавно вышедшего альбома. «Uprising», собственно, это «Восстание» в переводе означает. И написана эта песня под впечатлением от книги Оруэлла 1984. В припеве буквально звучит «They will not force us, they will stop degrading us», то есть они нас не заставят, они не смогут нас контролировать, мы победим. Вот так примерно. Однако Мьюз заставили итальянцев. Дело в том, что по условиям их договора на телевидении итальянском, они должны были, как выяснилось, выступать под фонограмму. Да. А это для них... Да. Был бы совершенно чудовищный репутационный удар просто. Фанаты, ну, просто не простили бы. Особенно с этой песней. Ну, что это, да? То есть они как так? Да, переплет. Да. Ну, и не выступать было нельзя. Я так подозреваю, там директор группы замешан явно как-то вот с этими всеми историями. Надо выходить, выступать под фонограмму. Что делать? Но вот Мьюз, они выступили под фонограмму. Однако вывернули ситуацию так оригинально, что это очень понравилось фанатам, зашло и добавило им популярности. Так вот, как же Мьюз с честью вышли из ситуации? Ой, вы знаете, я однажды видел выступление группы «Ленинград» под фонограмму. Все видели. И это как? Произвело на меня очень хорошее впечатление. Хорошее впечатление? Да. Ага.
Но... Ну, вы помните, да, они вышли, сломали все инструменты. Да, 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 да. Выступили под фонограмму. Да. Но здесь они не ломали ничего, кстати. А я помню, какая-то группа, но не Мьюз, правда, на программе Top of the Pops в английской, в знак протеста против фонограммы, все весь концерт что-то ело, по-моему. Ну, что-то такое. Да, что-то так как-то выпендривалось. Я подумал, что-то такое, может, они тоже сделали. Просто не демонстративно, даже не изображали, что они играли. Нет, в том-то и дело, вот тут как раз, что удивительно, они изображали. То есть они действительно изображали, что поют, играют, но... Но все мимо. Какая-то была особенность. В общем, я как звукорежиссер, работавший некоторое время, да, я с интересом посетил концерт «Мьюз», который проходил у нас в Питере. В СКК? В СКК. А я там тоже был. Да, ну вот. Но я в Киеве видел. И я с таким удивлением обнаружил, что они играют ну, не совсем фонограмму, но у них а на 90% плейбека, да, а 10% это вот живого, они, да. Да. Ага. Поэтому вот, может это быть, факт. Какой-то такой вариант. Ну, нет, ну, тут вот самое удивительное, что действительно они, то есть, один поет, второй... Так все и есть, да. То есть, часть они играют живую, а часть звучит фонограмма. Мне кажется, вы очень близко, просто вы еще сами не понимаете, как. Вот. Может, они вообще после этого стали вот так работать? Они говорят, удобно же, под фонограмму. Блин, почему мы заморачиваемся? Пошли нахрен, фанаты! Просто... Ну, типа... Я совсем не устал, знаешь, да, просто... Да, классно! Зачем вообще? Давай кто-нибудь нам будет вообще музыку придумывать. Что мы вообще? Просто будем ездить по телевидению. Но я даже не знаю, как вот вам подсказать так, чтобы вы прям сразу догадались. Точнее, сразу не догадались. Вот смотри, их трое. Да. Вот стоят инструменты. Ударный, допустим, гитара и, там, не знаю, бас, да, и микрофон стоит для вокалиста. Что можно с этим сделать? Ну, они кого-то позвали. Они поменялись инструментами? О, абсолютно правильный ответ, да. Круто. Музыканты не стали бойкотировать выступление, однако поменялись ролями. Солист и гитарист Мэтью Беллами сел за ударный, ударник Ховард встал с бас-гитарой за микрофон, а бас-гитарист взял гитару и встал за клавишной. А после исполнения песни ударник еще ответил на вопросы в качестве фронтмена. Просто что-то видел. Это было круто. Но вот такой факт. Как, нормально? Отлично. Догадались. Мы голосуем сейчас, да? Да. Little Richard против Little Richard против Мьюз. Не, ну Мьюз, конечно. Мьюз, конечно, да. Ну, Илюх, извини. А я что? Ничья теперь, перед ним будешь извиняться. Ничья? Да. Пока ничья. Да, отлично. Продолжаем. Кстати, это правда, что любовь к кунг-фу до сих пор? Ой, до сих пор. До сих пор. Это кайф. Ты знал, что... Да, я, конечно, читал же тоже об этом. Да? А как сейчас проявляется любовь к кунг-фу? В 90-е, я понимаю, боевики смотреть. Да. А сейчас не, как? Ну я тренюсь, стараюсь каждый день, но это очень круто. Я слышал даже, что специально в турах вы просите себе побольше номер, чтобы можно было, да? Да-да-да, и бизнес-класс в самолете. Чтобы можно было показывать всякие приемы. Да. Так, ну что, идем дальше? Давай, да. А как вы относитесь к рэпу? Нравится вам рэп? Ну, за рэп очень разный. Разный, да. Георгий даже играл разок с рэп-исполнителем. Да-да. Ну да, но я знаю, что и трибьют выходил рэперский, да, на кино. Сань, ну а ты... Слушаешь? Ну да. Ну, я как бы не мой любимый, наверное, самый стиль музыки, но есть отдельные исполнители, которых я люблю, да. Ну, наверное, как у всех у нас. Но я не уверен, что вы знаете вот этого конкретного исполнителя. Не узнаю. Да, вряд ли вы его знаете. Зовут его Logic. Окей. Вот так. Logic. Logic да. Pro? Как стиральную машину, например. Это отечественный? Нет, это американский исполнитель. Ну, вопрос будет о великой силе музыки. Друзья, благодаря этому исполнителю в США в один момент упал уровень самоубийств после выхода песни рэпера Logic. Что же это была за песня? Благодаря одной песне. Вот, да. И почему же из-за нее упал уровень самоубийств? Чего себе. Да, скажи. А я его не слушал никогда. Ни одной песни не знаю. Да, я тоже. Я уверен, что никто не знает. Но Logic — это же логика. Так. Правильно? Так, он просто логично растолковал в треке в своем, что да, самоубийство это до плохо. Добра не доводит. Ага. Да. А чаще всего заканчивается смертью. Я так и подумал, что да, что рэп это же такой как чтение жанр, да, то есть может быть он прочитал какую-то инструкцию в своем треке, да, по. Если прыгаешь с моста, то выбирай невысокий мост, чтобы река была поглубже.
Но он там действительно, да, призывает не выпиливаться людей, да, понятное дело. Вот, поет о том, что жизнь прекрасна и так далее. Но таких песен много, на самом деле, да, про хорошую жизнь. Ну, карьера Тимати посвящена вся. Рассказать людям, что жизнь хороша. Да, да. Неужели он сам суициднулся? И все-таки, ну, теперь-то что? Ну, да, собственно говоря, это очень отвратительно выглядит. Знаете, что вам может помочь? Короче, в этой песне была одна строчка. Собственно, она и была вынесена в название. Благодаря которой, как считается, ну, то есть нашли корреляцию психологи, о том, что, значит, да, вот упал уровень самоубийств. Если вы вспомните одну известную, очень во всем хорошо известную песню БГ. Сейчас надежды. А я еще нет. Вот, а может быть, номер телефона? Та самая песня про 212-8506. Да, а как? Ну, а здесь была служба какая-то, которая психологическая, тоже номер он диктовал в своем треке. Все такие, блин, не могли найти номер, а теперь... Да. Послушали. Вот и начали звонить. Абсолютно правильный ответ. Конечно. Легкий вопрос. Действительно, в США упал уровень самоубийств после выхода песни рэпера Logic, название которого указан номер национальной телефонной линии по предотвращению суицидов. 1-800-273-8255. Ну, рэперы как-то умеют укладывать. Да. А также, значит, на нее поступило большое число звонков, да, с просьбами о помощи. И, собственно говоря, вот ученые пришли к выводу, что есть корреляция. То есть упал на треть примерно, упал одного. Круто. Здорово. Вот, да. Молодец. А, кстати, а у Бориса Борисовича это что за номер был? Абсолютно рандом. Абсолютно не имеющий ничего. То есть кому-то общего, он медвежью услугу оказал, да? Да. Какому-то человеку несчастному. Он оказал какой-то аптеки, как-то на самом деле. И, в общем, ему пришлось нелегко. Раскрутил. Ну, круто, круто. Так. Не знаем точно, да? Может, это была первая рекламная песня вообще, да? Вот. Да. Да, и у Бориса Борисовича до сих пор бесплатный аспирин. Дома, в больших количествах. Он не пользуется этим. Ну, кстати, да. Так, у меня тоже представитель смежного жанра. О, отлично. Тоже Кит, да? Да, Кит. Причем у нас, в общем, называют Кейт. Но он Кит, конечно же, да. Британский музыкант, участник электронной группы Prodigy с момента ее основания до конца своей жизни. С момента образования в 90-м году и до 96-го года он был просто танцором. А в 96-м году впервые проявился как вокалист на сингле Firestarter. Соответственно, все мы знаем эту композицию. В видео, которое сопровождало сингл, Флинт был представлен в своем новом образе, который стал фирменной маркой The Prodigy. Вопрос такой. В интервью журналу FHM Кит Флинт рассказывал, что владеет пабом Leather Bottle, то бишь кожаная бутылка. В деревне... в одной из деревень в графстве Эссекс. В этом баре действовала весьма необычная система штрафов. Вот как вы думаете, за что Кит Флинт, а точнее Кит Флинт, штрафовал на 1 фунт посетителей своего бара? Ага. За мат? Ну, такой человек за мат, по-моему, только поблагодарит. Он. Я, кстати, за отсутствие мата заказал. Да, кстати, Илюх, если ты будешь перестанешь брить полностью голову, и тебя потихоньку ты будешь. Ну, один из моих любимых исполнителей. Вот я вижу, да. Еще пирсинг нужен большой. Да, пирсинг надо сделать. Немножко преобразоваться. Ну, за фасон какой-нибудь, за отсутствие пирсинга или еще за что-нибудь такое, да? Да, отсутствие пирсинга. И тут же с рапирой, да. То есть ты приходишь в бар к нему, в паб, а он еще и штрафует. А он тебе, ты что-то делаешь? Просишь безалкогольное пиво. Это оскорбление. Фунт давай. Ну, не совсем, конечно, та история. Он все-таки надо отталкиваться от его личности. Ну, потом это Эссекс, это вообще странное место. Там, собственно, там такое чавское место, в котором... Какое? Чавское. Чавы. Это такие люди, которые носят Адидас. Гопническое. Гопническое. Чавское. Ну, что-то, в общем-то, логично. Где ему еще открывать? Может, за шутки про Эссекс? Ну, типа, Эссекс, это очень как-то... Ну, кстати, каламбуры сразу. Раз, такой, так, все, это очень старый каламбур. Ну, правильно, что за некую шутку. За шутку. Да, он за некую шутку штрафует. И в качестве подсказки чаще всего штрафы назначались зимой. За шутки зимой. Кто-то как-то шутил, да, и он за это штрафовал их. Интересно. Кто какие знает зимние шутки?
Про Деда Мороза. Про бороды золотые. Здравствуй, Дедушка Мороз, вот эти когда заходили. Ну, зимой, да, просто не то, что зимние шутки, но просто это происходило именно зимой по логике того, что делали эти. Что там происходило, да. Что там происходило, а и они шутили над этим. Откуда ж мне знать, что происходило зимой? Да, ну это в этом и суть игры. Если бы вы знали, мы бы вас не позвали. Мы не зовем тех, кто знает, что происходит. Они не грели пиво. Пиво погреть, потребовать. Погреть пиво, может быть. Действительно, хорошая версия. Смотри. Не, ну, опять же, я не зря упомянул сингл, с которого он появился. Типа нельзя ли зажечь камин? Ну, по сути... Близко. Только что он что делал в своем пабе? Да. Но вряд ли он там пиво подавал. Не, да? Ну вот про камин Саша сказал. Зажигал камин? Да, он зажигал камин. А в этот момент шутники что делали? А, они ему говорили, ты фаерстарт, кис. Да. Получи. Фунт на бочку. Да, его это начало раздражать. И он стал с этих шутников, которые кричали фаерстартер. Как вы задолбали. Да, он стал брать фунт. Вот такой вот байк. Класс, отлично. Да. Нормально. Но я думаю, что, слушай, ну, я бы... Фунт, это ж не жалко вообще. Я бы еще раз пошутил, знаешь ты. Да, причем, что он рассказывал, что завел банку, вот куда провинившиеся бросали эти монеты, и, по словам Флинта, на момент интервью накопилось уже 60 фунтов. То есть он зарабатывал этим. Чисто пират, Флинт. Да, 60 фунтов. Да, ну классно, ну проголосуем. Да, да, да. Logic. Против Флинта. Да. Самоубийство против шуток. Что вы выберете? Шутки против самоубийства. Я за Лоджика, пожалуйста. А я за этого. Я за шутки, конечно. За шутки? Так, Георгий, опять разделились мнения. То есть у нас ничья так и продолжается. Да, ну ладно. Ну тогда решающий раунд. Надо саспенс наоборот. Да. Решающий раунд. Когда трое, наверное, у вас так не бывает. Да, в этом и суть. Да. Я хотел вот у Александра спросить, а что это была за история с кассетой ВХС, когда Джоанна Стингрей привозила сюда, ну, видеокамеру в Ленинград для того, чтобы снимать, да, клипы она хотела, наверное, снимать, какие-то материалы для фильма. Так вот, за этой кассетой охотились чекисты, это правда? И ну, да, это удалось. Была история. Ну, на самом деле, это не совсем ВХС, чтобы вы представили, ага. А это мини-ВХС была. Ага. И, это важно в контексте истории. Важно в контексте истории, потому что я засунул ее в трусы и вынес из зала. Наоборот, я бы тогда лучше сказал, это была вот такая кассета. Никто не заметил, что это. Ну, вышло все хорошо, да. То есть она... Вышла, что вышла? Откуда вышла? Она снимала этот концерт, когда мы знали все, в общем, в лицо этих товарищей. Ну да, да. И... Они всегда приходили на концерт, всегда сидели, да, смотрели? Ну, конечно, там всегда сидели, секли люди. И, в общем, мы так решили. Я взял кассетку, она вставила пустышку. И когда ее на выходе арестовали, она сказала... Я забыл нажать на запись. А, и все. Таким образом кассета сохранена. Ну, это круто, это классная история. Это, ребята. Вот как, да. Вот как вместительные трусы могут, так сказать, да, сберечь очень важный материал. Что только не засунешь. Наследие русской культуры. Наследие русской культуры, да. Ну, кто начнет? Давай ты начнешь, давай. У меня вот такая вот группа. Сомневаюсь, что вы ее знаете. Называется она Hate Big. А... Бритва, биг, вот это. Не, биг, хейт биг, очевидно, это сильно ненавижу. Да. Я на месте большой. Да, да. Биг, типа, да. Биг, как вот, биг, вот так пишет. А, биг это... Клюв. 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 На самом деле. Клюв ненависти. Клюв, классно, название. Вот это уже круто. Ладно, это круто. Итак, американская дэт-метал группа из Балтимора. Журнал Aquarius Records назвал эту группу яростным и взрывным дэт-металом. К настоящему времени группа выпустила уже 5 альбомов, однако проект существует только в студии, концертов не дает. И на то есть причина. Вот что такого необычного в этой группе, почему нет концертов? Хотя 5 альбомов уже. Не умеют играть. Может быть, они инвалиды? Без ног. Инвалиды мозга? С клювами. Это? Ну, да. Сейчас же модно. Сейчас можно быть инвалидами, как считает Юрий. Ну, да. Они, может, прикованы к
Нет, к студии. Не прикованы. Судя по фотографии, вроде ничего. Нормально они, да, нормальные ребята. Это не видно. Да, все там в порядке. Ну, может, в креслах сидят. То есть они не могут, то есть, короче, они играют какую-то музыку, которую только в студии можно. Да, да. Может, у них боязнь открытых пространств? Только в студии живут. Может, они в тюрьме сидят вообще? О, это, кстати, личная мысль. Это, кстати, для Death Metal очень даже подходит. Да. Пять альбомов из тюрьмы, да. Сильно. Но если я вам скажу, что даже если они выйдут из тюрьмы, как вы считаете, то есть они, допустим, что они сидят в тюрьме, они все равно не смогут гастролировать. После тюрьмы, конечно, тяжело, естественно. Репертуар меняется сильно. На реабилитацию. Вдвоем за четверых тоже тяжело играть. Если они пишут альбомы, кто на чем. Ну, кстати, да. Они не могут делать что-то на концертах, что делают в студии. Логично? Ну да. Логично. Это не, название нам ничего не подскажет? Возможно. Подумайте. Клюв. Что можно делать клювом? Они боятся птиц. А, да, они боятся летать вообще. То есть, ну... Это железная дорога вам в помощь, как говорится. Но они не боятся, я подскажу, не они боятся. Они ненавидят. Ненавидят. Не боятся птиц, наоборот. Они за экологию. Ну, и наверное, поэтому не дают концерт. Отлично. Это все-таки электричество. Конечно, раз и потом, ну да. Ну ты понимаешь, что после концерта, помню, ты бывал на нашествии, ты видел, что с природой творится. Так. Клюв. Птица. Направление верное. Ну, клюв. У них у кого-то клюв? Понятнее не становится пока. В смысле? Вот дальше будет подсказка, если я скажу, что у них у кого-то клюв. То есть ты уже сказал, что... Подумайте, у кого есть клюв. У кого есть клюв? Да. Ты имеешь в виду из наших исполнителей? Ну, есть люди на сахаре. И немало, кстати. Нет, ну и дальше почему не могут гастролировать? Почему выступать не могут? Клюв бывает у птиц. То есть в группе играет утка. Прикинь. Но только не утка. А кто в группе может? Сейчас по птицам пойдем, давай. Да, кто может что-то делать? Что, какая птица, что-то может... Кто был в бременских музыкантах? Там была птица. Петух там был. Петух! Опять тюремная тема. Да. Вот оно все и сошлось. Все-таки в тюрьме они. Потому что с петухом на гастроли не пускают, как известно. Ну, хорошо, я не знаю, ну что. Ну, какие птицы есть, которые можно использовать? Певчие птицы. В музыкальном творчестве. Ну, это слишком... Ворона. Профессор. Слишком профессор красиво. Соловей, слишком красиво. Саша подсказывает, да. А если попроще? Ну, не, точнее, не попроще, а птица, которая определенные звуки может издавать, а похожая на человеческую речь, я уж впрямую вам... Попугай? Попугай. Совершенно верно. В смысле? Ну, то есть, это единственная в мире группа, вокалистом которой является попугай. Серьезно? Да. Охренеть. Пять альбомов. Пять альбомов. Представляете, даже у нее пять альбомов. А он ничего не получает за них же, кроме корма. Он просто повторяет за AC/DC все, знаешь. Ну да, да, да. Не просто, да, это даже не их музыка. То есть именно поэтому, да, группа является студийным проектом и не гастролирует, чтобы не мучить птицу. Вот. За экологию, действительно. Кстати, второй альбом Hate Big записали с Dead Grind коллективом Кениус, в котором солировали два питбультерьера. По интересам там у них. Ну, классный, классный факт, да. Такой пит. Надо послушать. Обязательно. Взять на вооружение. Взять на вооружение? А кто у меня? У меня, я не знаю, тоже вряд ли вам, наверное, что-то скажет о фотографии. Возможно, вы слышали, а возможно, нет. Это композитор Эрвин Шульгов. Чешский авангардный композитор. То, что композитор читается сразу вообще. Да? Да, ну, вот, да, вот. Из чешского кабинета музыки. Ну, в данный момент придумывает что-то, какую-то ораторию. В 1919 году, более 100 лет назад, он написал уникальную сонату, которая по сей день исполняется на музыкальных фестивалях. Фактически, соната состоит из одной только партии для женского голоса. Однако, для ее исполнения также необходимы таз и полотенце. Для чего? Зачем нужен таз и полотенце? Без таза человеку вообще тяжело. Мне тут сразу приходит на ум... Слезы. Приходит на ум композитор Олег Кровайчук. А, да. Который накрывался полотенцем? Нет, который... Он наволочку. Для исполнения какой-то музыки симфоническим оркестром потребовал поставить много тазиков с водой, надуть... много презервативов, да, и макать их в тазик и вытаскивать.
Просто вот этот звук, был, да? Вот этот звук он считал необходимым. Вот именно этот звук, музыке да? своей, да. А-а-а. Когда ему сказали, извините, а можно вместо презерватива все-таки надавать шарики? Он говорит, нет, у шариков совершенно, совершенно другой звук, неподходящий. Не, ну можно текст написать на полотенце, мы уже это проходили сегодня. Да, да, да. Нарезать его. Да, и это, и доставать. Макать. Ага. Макать. Ну. Идеально. Пора макать. Не, ну хорошо, в тазике можно мыться и потом вытираться в процессе исполнения сонаты. Соната же это была. Да, а зачем? Ну, допустим, предположить, что там нужно, да. Ну, это театральная еще какая-то история. Сюжет, сюжет произведения подразумевает мытье в тазике. Да, а почему? Что это за сюжет? Если догадаетесь, будет ваше... Отключили игры. Горячую воду. Да, в Праге нет горячей воды. После чего хочется... Да, вот. Певица плачет, потекла косметика. Она вымылась в тазике и вытерлась полотенцем. Слишком возвышенно. Вот что-то еще более приземленное. Вот для женского голоса исполнение, да, это, ну, авангард. Это что-то, понятно, выход за рамки за какие-то. Вот что-то, что шокировало людей в 19-м году. Вспотело. А в результате чего? Ну да, конечно, вспотело, еще что-то. Ну вот в результате чего? Нет, никак. Сложновато, да. После чего вот женщина что-то голосом поделала. Про роды. А что к ним приводит, к родам? Любовь. А-а-а. Вспоминаем. Хорошая шутка. Да. Какой-то половой акт, короче Конечно, говоря. Конечно, безусловно. Правильно, догадались, безусловно. Друзья, А-а-а. Чешский авангардный композитор Эрвин Шульгов в 1919 году написал уникальную эротическую сонату, так он ее назвал. Она до сих пор исполняется на фестивалях. Вот, вот видите, как вот она выглядит у нас в нотах. Соната эротика. Фактически состоит из одной партии для женского голоса, имитирующего стоны и вздохи. Вздохи при половом акте. Там есть и слова, и, кстати, она замечательно звучит на немецком, клянусь. Есть видео, можно найти в сети, можно ее послушать. Понятно. Так вот, в конце исполнительница, обычно там рядом стоит тазик, она просто берет полотенце из тазика, да, и так это, ну, в общем, делает, так сказать, гигиену, назовем это так. Да, вот. Такая вот история. Ну, понравилось вам? Да. Да. Интересно. Ну. Да, интересно. Финальное голосование у нас, да. по сути дела. Попугай против секса. Да, так и есть. Это тяжелый выбор, кстати. Конечно. Не знаю, половой акт, наверное. Я за этого чеха. Нет, я за попугая. За попугая. Чех. Ну да. Игорь, ну вы тогда... Какой тазик. Да, мой голос, наверное, определяющим станет. Да. Тоже за чеха. Я люблю авангардистов. И таким образом что? Уже мои персонажи? Ура, ребята! Спасибо большое. Да, сейчас нам у нас есть такая традиция. Обычно мы кого-то выделяем. Из комиков. Вот, из комиков, да, да. Самого комичного. Но сегодня, знаешь, трудно кого-то выделить, понятное дело. Во-первых, еще раз огромное спасибо, что пришли, ребята. Да, спасибо. Я напомню, кстати говоря, всем, что скоро у группы «Кино» состоится концерт 24 мая на ВТБ-арене. Всех зовем, мы там тоже будем. Покричим, поорем. Будет, я уверен, будет очень круто. Вот. Недавно вышел альбом, кстати говоря, группы «Кино», да, очередной. «Это не любовь». Да-да-да. Кстати, пока не начали дарить, у меня вообще, знаешь, Илюх, что на самом деле в моей, ну, можно так сказать, судьбе вообще определяющую роль сыграла именно эта песня. Песня группы «Кино» «Это не любовь». Знаете как? Так. Не секрет для наших, так сказать, зрителей, что мы играли в КВН, да, вот, 20 лет назад это было. И, а в КВН как? Тебя сразу не берут в телевизор. Ты должен, как бы, да? Какой-то, пройти отбор. Пройти некий отбор, да. Вот, как вот, представьте, вот был фестиваль Ленинградского рок-клуба, так вот в КВН есть сочинский фестиваль, только сильно хуже, конечно, да. Это не факт, кстати. Вот туда приезжают команды, значит, он проводится зимой, в январе в Сочи. Туда приезжают команды со всей страны, из ближнего зарубежья. И вот они, значит, пытаются там, значит, выступают перед Александром Васильевичем. Александр Васильевич сидит и вот выбирает. Вот эти да, вот эти нет. Вот примерно так это происходит, да. И мы долго очень пытались, мы штурмовали, так сказать, да, фестиваль. Значит, из года в год мы приезжали, выступали хорошо, было смешно. Нас даже брали в голоконцерт какой-то кусочек нашего выступления, но никогда он нас не брал в высшую лигу. Он отправлял, он сказал, так, в Тюмень поезжайте, в Воронеж куда-нибудь и так далее. И вот мы летали, по лигам.
Вот уже мы собирались распадаться. Последний раз мы приехали на фестиваль, уже все, ну все, он не берет, ну не хочет нас, ну не любит он нас. Вся тусовка знает, что Масляков вас не любит, и все. И мы как-то... И все, у нас завтра выступление. Ну да, выступление, нормальное выступление, будет смешно явно опять, но вот черт его знает, как будет. И мы даже, ну как, ну что, проситься, как проситься? Вообще, как вот сказать ему, как ему намекнуть, что мы хотим высшую лигу? Собственно, у нас нет никаких шуток про это. Говорю, давай сделаем вот что. Мы в последнюю ночь это придумали. И у нас в конце выступления было так. То есть мы выступали, все, все смешно, все хорошо. Так вот Масляков сидит вот в первом ряду. И мы говорим, мы вот, у нас нет финальной песни. Вместо этого просто мы бы хотели послушать одну очень красивую, хорошую песню. Да, адресовать ее хотим одному человеку в этом зале. Сильно все смеются, да. Ну и там начинается, да, что ты проходишь мимо меня, да, с кем-то другим. Да, я стою, да, под твоим окном и так далее. И мы просто стояли, просто смотрели, молча смотрели на него. И потом так вздыхали. Мне нельзя больше ждать, я могу умереть. И так, о-о-о, но это не любовь. И уходили. И Масляков такой, нахал, и взял нас в высшую лигу. Поэтому вот, собственно говоря, мы здесь и оказались. Вот, так, вот такая тема. Обычно мы оцениваем шутки здесь, и сегодня я тоже бы хотел оценить одну шутку. Нам очень, я думаю, и вам всем очень понравилась шутка про то, откуда появился Африка. Да. Это вот такая история, это символ нашей программы. Это австралийское животное, называется вамбат. И он примечателен тем, что какает кубиками. Вот примерно таким, видите, да? И вот за его стойкость и упорство, да, он стал нашим символом. И эта статуэтка у нас называется «Вамбат, стоящий на своем». Всегда стойте на своем, да. Вот. Спасибо большое, Игорь, да. Ну, а я думаю, остальные тоже достойны. Да, это главный приз. Но остальным тоже вот такие. Они чуть поменьше будут у нас, да, тоже памятные сувениры. Вот такие, да. Вот, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Это была группа «Кино». И Саша Цой.